закончилась сессия, и буквально через 2 часа после своего последнего экзамена я села на поезд и отправилась в Тернополь, кстати, вот молодым человеком. Мы вышли в тамбур, это тамбур? Бункер? Тамбур. Мы вышли в тамбур за 15 минут до приезда, я никогда так не делала. А еще это вторая моя поездка в плацкарте и первая поездка в Тернополь, да. Слава Украине! Файный мисс Тернополь! Почему нет людей? Объясни мне, почему? Друга ночи. Все в генделях. В Киеве все равно есть люди 2 часа ночи. Почему здесь нет людей? Все в генделях. Рассказывай, рассказывай. Да что рассказывать? Ну про то, как ты спал ночью в пуховике. Если вдруг в Тернополе все будут молодые, так да, счастливые, добрые. Еще один добряк подошел. Ты такого ребят зашел. Маруська, ты чё? Очень модное место, где все занято. Нам освободили столик. И теперь мы смотрим меню. И, короче, посмотрите просто на эти цены. Тут, типа, самое дорогое блюдо 50 евро. Уже бургер все заказать. Ты супы по 20, типа... Короче, очень-очень дешево, и так везде. Да, мы пока не можем успокоиться, типа, все дешево. Но, в принципе, и отель, как бы, за соточку за ночь, так что... Отель! Бургер за 40 гривен. Давай, фоткай, фоткай. Сейчас, я так люблю суп. Капец просто. Я люблю суп. На Тернопольское озеро, а тут вообще такая красота зимой происходит. Типа, хоккей. Вообще, это очень непривычно. Я такого ни разу не видела. Класс. Ты уверен, что мы не провалимся? Мне не страшно. Мы типа не провалились, потому что да? Ладненько. Мы сейчас на главной достопримечательности Тернополя. На центральном озере. И очень стрёмно, чтобы оно не провалилось. Но лошадки не провалились, значит и мы не провалимся. Подожди, стой! Остановись, остановись, остановись! Давай, раз, два, три! Погнали! Оно не весело вообще! Отправляй! Я впервые пробую шаурму, уже отписываю. Попробуй, люди ждут. Да, в сердце. Смачная. Так, теперь только ее и будет есть. Отхожу. Ну, неплохо. Да, нормально. Нормально. Куда ты нас ведешь? Все нормально. Ну, а можешь объяснить, куда ты нас ведешь? За аппаратами попало, это же безбожница. Ой, так не понимаю. Это же, по-моему, не рентабельно. Ой-ой-ой. Ура! Как мы так вообще вот здесь оказались? Пришли живые. Что вообще? Хорошо, как в Нью-Йорке. До статуи свободы летать, то самое в Тернополе треба з'їсти піцу з трої піцерії. За 9 гривень. Піца за 9 гривень. 8 і гривна упаковка. А, гривна ж упаковка, точно. Блін, треба економити було, щоб заказати в одному там. В одному контейнері, да? Капец. Капец, влетели на гривну, конечно, это просто. Это просто трава. Потому что если 308, то гривна для упаковки это дорого, ну честно. Ну, я с тобой согласен. Будет лакшери ужин. Вот, я думаю, даже понятно, где моя еда. Вот она здесь. Ferrero Rocher плюс питочка за 8 гривен. А еще мы взяли у Вовы с его бассейна обогреватель, потому что у нас очень холодно. И сейчас ага. Вот будем, короче... заряжаться. Ну как? Отвечаю, я же в сердце, знаете, я все любовала. Такое. Такое, скажи. Ну да, не такое, а ну, такое. Ну на 8 гривен. Да. Именно что. Да, Миша. А ты что скажешь? Миша. Это гривна за упаковку по-моему. Перебор.
собрались, короче, велюр, самый модный клубас Тернополя, вот, по дресс-кодику. Да. Ты вообще не шевелишься, да? Мы тебя вообще на дно, типа, прости. Ну, что не шевелиться? Пришли повторять Тернополь. Да, в сапожках грязных. В общем, все очень красиво. Короче, сходили мы в модное место Козу, и там нас туда прогнали, потому что там нет мест. Сейчас мы пошли в другое место, и нас посадили рядом с бильярдным столом. Типа как, короче, бедных родственников. Пытаемся позвонить, забронировать стол, и, короче, нигде нет свободных мест. Все забито. Молодежь тусит в субботу вечером. Душит! За что? Любовь, ты гроб. Вы кисело замовок. Так, ой, я не вижу бутылочку. Да, Залишайся на лінії. Визвай. Це мінімальний... Це зараз мінімальний проїзд 35 гривень. Добре. Він дуже дорога, не я. Пока, наш любимый номер, красивая кроваточка, телевизор, все. Тут ничего, ну там. Я так зажимаю. Шо, как Алюр, расскажи. Да вообще нормально. Как тебе, Алюр? Мне понравилось. Мне тоже понравилось. Ну типа, говорили типа фу-фу, а было намного лучше. Было лучше, гораздо лучше, чем думали. Нормальный пей. В Киеве нет таких клубасов, почему? Не знаю, я в Киеве нет таких. В Харькове есть такие клубасы. А в Киеве нет. Приезжайте, поводим вас тоже. Приезжайте, мы вас поводим. Поговорим на Кокалюр. Приедем. Кажется, мы вчера так много в Тернополе приехали, пока в Алюр ехали. Серьезно, ну, да, типа весь проехали, наверное, почти. Ваш мэр правда, типа, да, завод по брусчатке держит? Да. Якщо ви в Тернополі, то маєте когось вдома поїсти хоча б. І тим от чоловік, який завжди є там раз, понимаєш? Тут каждый раз типа видео Миша приходит просто. Свет праздник там приходит. Глазки, по-моему, немножко красные у тебя. Ой, Миша, что ты не выспался? Супер здоровая тарелка, но очень пахучие спагетти за 40 гривен. Очень бедно. Что ты ждешь? Мерзлячка. Я, наверное, капучино с орехом. Вот так. На парковке возле супермаркета. Что вообще? Ребятки, опаздываем? Да, немножко. Да, немножко. Так такое. Сейчас как бы типа 26 минут, поезд 45, мы вообще непонятно где. Классно. Может, еще на денечек останемся в Тернополе. Нам что-то понравилось, правда? Да. Еще есть куда сходить.
Сегодня Валюрчик завалимся. Я думаю, наш номер в руте нас еще ждет. Да, по-любому. 40 центов. Заправляйся. Мы успели. Мы успели. Все, все не пишут. Отправились. Приехали, мы поехали. Мы не приехали. Кроме нас, мы приехали. Вот я уже и в Киеве. Что могу сказать про Тернополь? Этот город мне очень-очень напомнил Львов, только совсем масенький, без каких-либо высоток и с очень низкими ценами, реально. Если вы хотите куда-то поехать нажраться, устроить себе гастрономический курорт, то, мне кажется, Тернополь — это самое то место, чтобы отведать украинскую кухню и реально сэкономить деньги. Надеюсь, что вам понравился мой влог. Если это так, то ставьте свои пальцы вверх, пишите свои вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал. Всех люблю и целую. Пока!